Ребят, всем привет! Мы сейчас опять Валере приехали согласовывать следующих наших студентов. Хотел бы вам показать, сколько кубков. Ну, это правда не все Валерины кубки, здесь всего их два Валеры. Но, короче, ребята постоянно участвуют в соревнованиях. Так, как ты сказал? И спасателей, и многоборья спасателей, и всевозможные поисково-спасательные работы. Ну, как правило, все равно во многих соревнованиях процентов, наверное, 50 – это именно альптехника, да? То есть это различные техники, да, но все, что связано с веревками, то есть системами канатного доступа, как да, сейчас говорим. Вот, это и горные соревнования, и спелео какие-то соревнования, и, ну, арбористики здесь нет. Вот, потому что это не вид спорта. Вот. Но все, что в принципе касается прикладного спорта к спасательному делу, то есть, ну вот, вы видите, эта частичка здесь выставлена. Вот. Ну, короче, судя по кубкам, да, данный колледж, где Валера работает со своими студентами, блин, молодцы. Да, ведущий, что? Ведущий, да, можно конечно. Так сказать. Поэтому записываемся на обучение. Валерия, он вас не только научит деревья пилить, а еще научит по пещерам лазить и по горам тоже безопасно забираться. Все, всем пока. Давай, удачи.